Месяц Рамадан наконец-то наступил. Мы ждали его всей душой, мы ждали его каждой клеточкой своего тела. Мы ждали его, потому что он является одним из столпов ислама. Ислам состоит из 5 столпов. Первый столб ислама – это вера в Аллаха. Второй столб ислама – это Аллах Всевышний приказывает нам выполнять намаз. Намаз – это то действие, которое совмещено и духовное, и телесное. И третий столб ислама – это у нас очистительная милостыня имущества, называемая закят. Четвертый столб ислама – это пост, месяц Рамадан. И пятый столб ислама – это хадж для тех, кому он является обязательным условием. Аллах Всевышний любит нас, Аллах Всевышний знает, что для нас является пользой, в чем для нас благо. И Аллах Всевышний повелел нам, приказал в суре Аль-Бакара, 183 аяте, приказывает нам держать пост месяц Рамадан. То есть Аллах Всевышний обращается к верующим: «О верующие, если кто-то достиг времени месяца Рамадан, поститесь». Ты чувствуешь, что именно в этот месяц вот ты, допустим, привык постоянно есть, пить, и в это время ты воздерживаешься, и ты понимаешь, оказывается, сколько Аллах Всевышний нам оказывает благ, и чувство благодарности Аллаху растет. Искренне я от всей души поздравляю всех мусульман с наступившим месяцем Рамадан. Просим у Аллаха, чтобы Аллах Всевышний всем нам укрепил наш иман, всех нас вел только прямым путем, путем счастья и в этом мире, и в следующем мире. Призываю всех проявлять терпение, проявлять богобоязненность, в это время больше делать зикров, поминания Аллаха, читать Коран.